Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, и уже поздравляем вас с Новым годом. В этом выпуске мы вместе с вами встретим этот Новый год, мы покажем, как это делают тайцы, будет очень интересно. И еще мы в этом выпуске снова переедем. Ребятки, с вас лайкосик, комментарии, подписывайтесь на YouTube и на все социальные сети по ссылочкам в описании. С Новым годом, погнали! Елка стоит, нарядная, все мы здесь украсили. Посмотрите, как это было в предыдущем видеоролике. Решили мы ничего не готовить на Новый год. Приготовим только оливье, наш любимый салат. Сейчас отправимся на рынок, купим еду, пойдем на море провожать старый год, потом будем встречать. Съездили, купили все для оливье, хочу с вами немножко поделиться. Вот килограмм немецкой колбасы обошелся в 566 бат. 1500 почти. Чай купили наконец-то большой. Майонезик, вот этот хороший. Мазик. Будем сравнивать. Вот. Горошек. То, что был единственный вообще вариант. Вот две баночки сразу взяли. Огурцы маринованные 240 бат, ребятки. Надо, кстати, посчитать нам, по-моему, самый дорогой оливье в нашей жизни. Так, будет. А еще там майонез какой-то такой был. Вот майонез. А, вот, мы короче, нам сказали голубой не брать, но мы взяли на всякий случай, потому что думали, вдруг вообще больше не найдем, но нашли голубой Хайнц. Хайнц сказали не брать. Нет, вообще все голубые, они как обезжиренные. Это синий, а был еще голубой. Это синий. Это синий? А, да. Так это хороший, значит. Наверное, да. Ну, короче, разберем, попробуем, какой лучше. Но вообще, сейчас покажу, мы еще один покупали, он очень сладкий, сейчас покажу. Еще купили вот такие тайские чока, почти чокопаи. Вот, попробуем. Вот такой, но он это вообще оказался штука. Сладкий, это да. Мазик. Это, короче, не мазик, это соус какой-то больше, крем, знаете, да, крем какой-то такого. Соус. Мы вот. Такие голодные были, на самом деле, пробу сняли из майонеза, из огурцов. Огурцы единственное, что они прям такие уксусные. Майонезы вкусные, колбаса вкусная. Мы быстренько сделали бутерброды и сейчас занимаемся оливьешкой. Сейчас поставим все, сварим и пойдем уже на пляж. Точнее, сначала на рынок купим еду, потом на пляж и будем провожать этот год. Ребятки, набрали мы огромное количество еды, скупили там пол рынка и сейчас идем уже на пляж. Вот, чтобы вы понимали, видите, у каждого по пакету. Рыбка, всякие кальмарчики, осьминожки, рис с креветкой. Очень много всего. И сейчас будем провожать этот прекрасный год. Здесь вот очень атмосферно, встречает музычка. Ну и вот мы, собственно, спускаемся, сейчас куда-нибудь приземлимся. Людей много, все провожают. Опа, классно. Посмотрите, как круто у нас все получилось. Вот так вот, на пляжике. Провожаем этот год. Смотрите, какая красота. Сейчас вот накроем. Ну, вот так мы и мечтали. Встретить Новый год, проводить старый. Вот так вот. Тепло на берегу моря. Смотрите, какая красота. Набрали, никакой готовки, ничего. Это самый необычный Новый год у нас. Сейчас случается. Здорово. Такой сейчас был залп. В итоге я камеру включил. И залпа больше нет. Так, ну потихонечку начинают пускать такие мелкие салютики. Вон с той стороны прожекторы горят, дискотеки. Да, и где-то с кораблей должен быть очень мощный салют. Тут рядышком с нами тайцы отдыхают, вот к нашим детям, значит, пришли, раздают бенгальские огонечки. Правда, они не знают, что это такое. Вот. Вот. Аккуратно, Мироша, Артем, не подноси близко. Не-не, вверх-вверх подними, Родик. После ужина решили прогуляться. Дальше еще лучше. Все украшено. Фейерверки. Кто-то сообразил, поставил вот так вот палаточку на пляже, видите? И вот. Вот, у него такие апартаменты шикарные под музыку, пожалуйста. Кафешечки. Тайцы классно умеют отмечать Новый год. Да, культуру. Тайцы классно умеют отмечать праздники. Вот мы уже 2 месяца живем, застали несколько праздников, в том числе и Новый год уже. И они вот всегда приходят на пляж, ставят стульчики, вот так, как мы любим, как мы сегодня сидели.
провожают. Может быть, мы тайцы? Может, мы тайцы в душе, да. Или китайцы. А видите, как атмосферно. Посмотрите, как они собираются. Это все тайцы, ребята. И вот так вот провожают 23-й год. Видите, как здорово здесь. Вот эта атмосферка. И вроде снега нету, но на душе-то праздник, и он чувствуется здесь. Вот здесь он чувствуется. А вот тут еще более атмосферней. Гляньте, как здесь здорово, а? Ну, посмотрите, ну, какова красота. Мирошку будем потерять, он там где-то. Парень наш ходит. Видите, как классно. Вот, тут дискотека, прям вообще танцпол. Такой, знаете, open-air, что ли. Ну, зончик. Ну, очень круто. Здесь просто, смотрите, сколько людей. Я не знаю, мне это напоминает просто Красную площадь. Только ты находишься на берегу моря. Здесь не протолкнуться уже слева, справа. Колоссальное количество людей. Гляньте, что это? Ничего себе! Людей стало еще больше. Посмотрите просто. Мы принесли коврик. Смотрите, какая концентрация людей. Невероятно. Вот это атмосфера. Да, такой Новый год, это вообще впервые, ребята. Парни нарулили себе вот такие вот браслеты. Смотрите, какие классные. Вот такие вот подушки от Toyota. Здесь установлено пару машин. Такая несанкционированная реклама Toyota сейчас, да, у нас? Людей становится все больше и больше. Вот там вот пришли два корабля, которые будут сейчас запускать салюты. Смотрите, какой у нас мощный просто отлив, невероятный, случился. Вот так вот вода здесь осталась, а изначально вода была вот здесь, где мы сидим, прикиньте, метров, наверное, 50 ушла вода. Вот такая движуха, невероятная атмосфера. Коротко, наши дети и китайские туристы. Нашли краба и туристы к ним подпишли. Ага. Краб, ушли. Мам, я помощь Yes,
это не может быть все. Плюс 30 такой салют.
там что не останавливается? Ребяточки, с Новым годом! Блин, каждый зал лучше другого. Уже просто так много наснимал, что это. Тайское безумие, ребятки, посмотрите, мы идем. Во-первых, сам отлив, да, вон, вода ушла просто невероятно. Посмотрите, сколько людей. Половина, конечно, после салюта, как и мы, сразу собрались домой, потому что многих дети до 12, нет смысла, в 12 будет еще один салют, так называемый муниципальный. Но, как говорят, это уже не та история. Этот был крутой. Посмотрите, какая там луна, она красного цвета. Луна просто в шоке. Гляньте, какая наикрутейшая здесь. Блин, атмосфера! Вот это да! Оливье у нас тут доварилось, пока нас не было. Все, сейчас надо все это дело нарезать. Опа, последний штрих. Где же наше? Наше. А где вино? Где шампанское? Берем шампунчик. Вот так вот ставим. Его, кстати, уже можно открывать, потому что 2 минуты у нас осталось. Последние штрихи на столе делаем, ребяточки, и встречаем Новый год! Год намчится, скоро все случится. Ребятки, 2 минутки до Нового года, и мы уже открываем шампанское. Чик. Ну, 2 чеки вот так вот, хоп, все, остановочка, а то нам бахнет. Самое время начать обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Бокалы! Артемка, накладывай себе оливье, тебе сейчас тоже снов. Ура! Чтобы все в Новом году сбывалось. Да! Был мир и любовь. С Новым годом, ребятки! С Новым годом, с новым счастьем! Ура! Ура! С Новым годом! У нас даже здесь немножко с Новым годом! Салют видно. Какие-то залпы. Не все, конечно. О! Нас уже все поздравляют. Ты чё так плачешь-то? Ничего, моя, с Новым годом! По-тайски. Покажи Мирошку, оливье наяривает с майонезом. О, Мирошка, майонез, оливье, вот так вот. Смотрите, мне Дед Мороз принес вот такие вот наушники. Сейчас будем их распаковывать. Они что, проводные, что ли? Да, ничего. О, в сеточку там такие.
Пап, у меня они такие удобные. Вот. А теперь вот как я такие хотел, вот они вообще у меня будут идеальны. У меня было под елкой Infinity Nut, который я хотел. Ну давайте его раскроем. Так. Та-та! Вау, какой класс! Твой подарочек, смотри какой! Такой хотел! Нравится? Да. Что это, Мироша? Биби огромная. Помочь распаковать? Да. Давай. Помимо того, что сегодня 1 января, Новый год, надо продолжать отмечать. Мы его отмечаем с вами в репертуаре. Вот Настенка здесь машет метлой. Потому что мы сегодня переезжаем снова. Ну а как по-другому-то, да? Мы все-таки сидим на чемоданах, поэтому нужно перевести квартиру в порядок. И в 12 дня у нас уже переезд. Вот такие вот дела. Мы почти собраны. 1 января должно быть именно таким. Пока мои плавают в бассейне, я с отличными новостями. Мы переехали! И да, ребятки, мы вернулись в ту квартиру, куда изначально мы заехали в Хуахине. Здесь вот клининг провели, все отлично, все чистенько, все аккуратненько. И мы сюда вернулись еще на несколько дней, а потом уже продолжим дальше ехать. Вот такой вот у нас, да, Новый год получается. Как встретишь, так и проведешь. Да, за тот год, за 23-й, у нас был абсолютный рекорд по переездам. По-моему, мы просчитались в телеграм-канале, писали на эту тему пост. Мы сказали, что 23 и 24 будет. Тот был 24-й последний переезд перед Новым годом, 28 декабря. Но оказалось, нет, это все-таки, по-моему, 25-й был в том году финальный. Короче, много раз переезжали. Это не считая всяких разных кемпингов и так далее. То ли это исключительно квартиры и дома. Ладно, теперь надо вот это все нам обустроить заново. Здесь повесить гирляндочку с Новым годом, елочку поставить, немножечко украсить и продолжить здесь жить. Вот так вот, ребятки, мы встретили Новый год и осуществили свою давнюю мечту встретить Новый год в Таиланде. У нас это получилось. С Новым годом нас и вас, и еще нас опять с очередным первым в этом году новосельем. До нового выпуска, пока!